Итак, на этом этапе мы осуществляем подключение нашего устройства к мобильному приложению HikConnect и, соответственно, наших мобильных устройств, ну, в частности, мой мобильный телефон, к устройству для доступа к живому видео и записанному. Значит, ну, для того, чтобы это сделать, наше устройство, регистратор, должно быть подключено в сеть интернет. Для этого у него есть интерфейс Ethernet, мы подключаем устройство к сети, ну, к какому-то роутеру. А в своем мобильном телефоне я скачиваю приложение HikConnect из App Store или Google Play. Запуская HikConnect, я выбираю режим добавления устройства, сканируя QR-код. Подношу свой телефон к QR-коду на экране монитора, выбираю «Добавить». Устройство добавляется, завершить, сохранить. На экране появляется 4 экрана, каждый соответствует камере, подключенной к цифровому регистратору, входящему в комплект. Таким образом, я осуществил быстрое подключение через сеть интернет к нашему устройству.